Клевый перец – острый, ароматный, придающий пикантный вкус любому блюду. За счет жгучей способности он ускоряет обмен веществ, благоприятно влияет на кровообращение. По данным Госкомстата, наша страна экспортировала красный перец на 6 миллионов долларов. Сегодня в мире красный перец выращивается на 4,4 миллиона гектаров, что позволяет ежегодно собирать чуть более 68 миллионов тонн продукта. Одна тонна жгучего перчика на мировом рынке оценивается приблизительно 8 640 долларов. Совокупный же доход от продажи составляет около 30 миллиардов долларов. Этот овощ выращивается в Индонезии, Китае, Индии, Мексике, в странах Южной Америки и в нашей стране. Согласно данным Госкомстата, за 8 месяцев этого года Узбекистан экспортировал 7 тысяч тонн на 6 миллионов долларов. Продукция была поставлена в 19 стран мира. По имеющимся сведениям, экспорт стручкового перца по сравнению с прошлым годом снизился на 2,9 тысячи тонн. В частности, в Казахстан было доставлено 4,4 тысячи тонн, в Кыргызстан – 866 тонн, в Россию – 599 тонн, в США – чуть более 219 тонн и Германию – 161 тонну. Ну а среди поставщиков больших партий острого перца выделились следующие регионы нашей республики. Сурхандаринская область – 1,7 тысяч тонн, Ферганская область – 1,2 тысяч тонн. Иджизакская область доставила 777 тонн. Эксперты утверждают, что употребление острого перца улучшает аппетит. А еще горький перец положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, печени. Обладает мочегонными и бактерицидными свойствами, укрепляет волосы. Он также применяется и в фармацевтике. На его основе пускаются согревающие перцовые пластыри и спиртовые настойки.